Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. Начнем выходные активно и спортивно. Профессионалы и любители спорта более чем в 70 субъектах федерации примут участие в лыжне России уже в 35-й раз. В Самаре всех любителей лыжных гонок ждут на базе «Чайка». Традиционные дистанции 5 и 10 километров. Дети до 6 лет пробегут 500 метров. В массовом старте на символические 2018 метров может принять участие любой желающий. Музей «Модерна» приглашает в необычное путешествие «Титаник. 100 лет истории». До сих пор интерес к «Титанику» не ослабел, а только набирает обороты. Путешествие на корабле мечты стало роковым для сотен пассажиров. Тайна, которую «Титаник» унес с собой, по сей день будоражит умы. В течение века «Титаник» живет в сердцах людей, став сердцем океана. Около 70 фотографий, среди которых исторические снимки, выполненные с исследовательских аппаратов «МИР». Уникальные экспонаты и информационные стенды фиксируют всю историю «Титаника». От подробностей строительства судна, его изысканных интерьеров и билета на корабль до жизни после крушения. То, каким снимал его Джеймс Кэмерон в своей знаменитой ленте. Выставка в музее «Модерна» будет работать до 9 апреля. Продолжает свою работу кинолекторий от клуба «Ракурс» – шедевры мирового кино. В субботу можно будет посмотреть фильм Анджея Вайды «Пепел и алмаз» 1958 года. Посмотреть и обсудить, а заодно послушать лекцию от руководителя киноклуба «Ракурс» Михаила Куперберга. Начало в 16:00. Областная научная библиотека. В галерее «Новое пространство» в субботу – последний день работы фотовыставки «Мужчины о женщинах, женщины о мужчинах». В проекте приняли участие 22 фотографа – 11 мужчин и 11 женщин. Результат – 150 работ. Это портреты, репортажи, студийная фотосъемка и многое другое. Неожиданные работы самарских художников удивляют и радуют. Эмоции самые положительные.